Доброе утро. Сейчас выглянула в окно, смотрела, забрали ли Варюшку. В общем, ее сегодня отвозят, поэтому я только смотрю в окно, что все в порядке, и Варя уехала в школу. Вот, смотрю в окно, а там идет снег. Сегодня какое число? Не знаю, 20, 21, 22. В общем, не знаю. Может, 20, 23, не знаю, какое число. Но, в общем, идет снег в середине апреля. А я все еще надеюсь на тепло, которое должно уже когда-то наступить. Мы ходим в куртках, Варюха ходит еще в шапке, естественно, потому что реально холодно. Фу, задолбала меня такая погода, если честно. Так, ну что? Кровать заправлена, постельное белье, которое вчера стирали, которое я вчера стирала, сложила. Все. Ура! Не знаю, вроде сегодня даже солнечный денек, может, даже выйду куда-то, возможно, пойду за Варюшей в школу. Вот, помыла голову, пока на всякий случай вдруг куда-нибудь пойду, налепила патчи, вот, приведу себя сейчас немножко в порядок. И все-таки надо реально куда-то прогуляться, невозможно сидеть дома постоянно. Ведь пришло время разложить вещи после стирки. Я, конечно же, обожаю это делать. Но надо. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Так, ну что, разложила по кучкам. Теперь нужно каждую кучку разнести по комнатам. Чего ты делаешь? Человечка построили. Ай. С ними не соскучишься. Вчера снимала, как убиралась на Варюшкином столе, и она говорит, что посмотрела наш влог. Видимо, вот это ей дало какую-то мотивацию, и в принципе она ушла, и на столе более-менее даже чисто. Интересно, надо почаще снимать, как я убираюсь ее в комнате. Возможно, и будет. Смотрите, как она игрушки положила, интересно, в кровать. Да, надо почаще показывать Варе, как я убираюсь в своей комнате, и, возможно, даже будет чистенько, более-менее. Ну, правда, я бы все равно бы намного лучше убралась, но оставлю так. Выдвигаюсь за девчонками в школу. Сейчас посмотрела по погоде, там пишет -1. Я такая, ого! И написано, что по ощущениям -7 и 10 метров в секунду ветер. Думаю, не-не-не-не-не, надену-ка я курточку потеплее, наверх капюшончик на голову и пойду. Так что Тёмка у нас дома, да? В такую погоду лучше дома сидеть, я согласна, Тём. Каждый раз одно и то же. Лифт снова не работает. По-моему, лифт так и хочет, чтобы я занималась спортом, больше ходила ножками. Ну, ничего страшного. Вниз, в принципе, не тяжело, а наверх есть лифт в другом подъезде, так как подъезды у нас совмещенные. Так что, и тут-то было. Ого, вот это морозяка просто! Меня сносит! Варюшка на технологии сделала ту работу. Сейчас мне отдала и пошла одеваться. Красота! Забрала девчонок. Девчонки, привет! Милану так я вообще уже недели две не видела. Да, Милана? Угу. Как вам погодка? Нормально. Рады, что сегодня пятница, да? Да. Они про пятницу песни идут, поют. Ура! Уроки, говорят, делать не надо. А, молодцы. Зашли в магазинчик за продуктами, и Варюха набрала себе ручек. Те самые, которые стирают, да, Варюха?
сегодня целых 2 пятёрочки по английскому. Ну, по технологии я не считаю это за оценку, потому что тут, мне кажется, все получают только 5 и ничего больше. Вот так. Кстати, на маникюр удалось записаться только на следующую среду. Сегодня пятница, а у меня запись только на среду. Вот, уже очень сильно отросли, но мест нету, поэтому пока буду ходить так. Кстати, вообще не ожидала, что прошлое видео вообще кому-то понравится про уборку. Но, судя по просмотрам, уборку иногда снимать можно. Не знаю, почему она так всем понравилась. Вот, потому что просмотров, в отличие от других последних видео, там просмотров, ну, больше. Вот, поэтому спасибо всем, кто смотрит, и спасибо всем, кто подписывается. Я продолжаю радоваться просто каждому подписчику, потому что за последние пару дней подписчики прибавились. Я очень рада, спасибо большое реально всем, кто подписывается, всем, кто ставит лайки, пишет комментарии. Мне лично очень безумно приятно, и Варюшка рада, когда кто-то пишет комментарии про нее. Ей реально очень нравится, она читает все комментарии. В общем, спасибо вам всем гигантское просто. Сейчас только что просмотрела прошлое видео, которое записала, и вот эту мордашку увидела. Кто не посмотрел, кто не увидел, промотайте назад, посмотрите на это. Я записываю просто видео, и Тёмка вот здесь вот выглядывает вот из проема дверного. Кто такой там выглядывал? Да я не обижаю твоего Тёму, успокойся. Просто Тейси всегда ругается, когда кто-то... Капец, нечаянно заблокировала телефон и не досказала фразу. В общем, Тейси ругается, когда кто-то дерется или тоже ругается. Да, Тёмка? Вот, и она на тех сразу начинает... У Тёмки, кстати, растут зубки. Вот на передних 2 вот здесь вот растут, и 1 вот здесь, да, Тёма? Угу. Вот, вылезли уже такие маленькие коротышечки, целых 3 зуба растет новых. Скоро вообще зубастиком будешь. Вот Тёмка, кстати, пойдет в школу, у него же зубы будут. А вот Варя, когда пошла в 1-й класс, ей перед 1-м классом в августе месяце вырвали вот все 4 вот эти передних зуба. Помнишь, как она была смешная? На скамейке так сидела. Это вообще просто прикол. Она пошла в школу просто без передних, без всех передних зубов. Все 4 за раз ей вырвали. Ой, вообще, она тогда так плакала, так стеснялась. Вот, ну, потом вроде ничего, смирилась и даже было весело. Но поначалу прям жутко было. Вон, Варюх сейчас выйдет. Варюх, ты помнишь, как ты в 1-й класс пошла без зубов, без 4 передних? На скамейке такая сидела. Как, помнишь, как ты в 1-й класс пошла без 4 передних зубов? Помнишь, как это было? Вот, ну у Тёмки сейчас, ты видела, у него растут зубки? Угу. Как дела в школе там у тебя? Нормально. Нормально, 2 пятёрки по английскому, да, по технологии. Молодец, молодец. Да, с этой учительницей Варюшка как-то лучше учится, да, чем с той. Вот. Наконец-то домашку твоя. Надо делать. Домашку не надо делать. Ты рада? Угу. Вообще могла бы сейчас сделать, у тебя было бы целых 2 выходных. А почему у тебя кетчуп на носу? Иди. Все, поела прям. Иди умойся. Все, ладно, отключаемся. Зашли с Варюшкой-то в магазин. Вот, и... Да, спасибо, спасибо. Варюха выбрала фрутеллу, да? Блин, не люблю, кстати, фрутеллу за то, что она жестко жуется. Да, Варюха? Надо бы очень другой взять. Нет, это нравится? Ну ладно. Приятного аппетита. Спасибо, спасибо. Сейчас детей снимала, увидела грушу, хотела вам показать. Видео год назад записывали про грушу. Тёмка делал обзор, да, на нее. И уже почти 23 тысячи просмотров за год набрало видео. Оно у нас самое-самое популярное. Да, вы вообще видели? Реально, вы там 22 900 с чем-то просмотров. Коляска 16 тысяч просмотров, да. А потом обзор электромобиля. Помните, у вас была такая машина? Классно. Вот, 15 тысяч просмотров.
распаковка здесь из Германии. Помнишь, помните, вам куртки тогда привозили, mm-hmm. что-то еще было? Здесь 10 тысяч просмотров. Как Варюшка в Китбурге первый раз была. Да, помнишь, по нам по рекламе билеты давали? Вот. 4400. И вот это наш самый-самый первый влог. Нет, вот. Вот этот. Вот этот. Почему? 4300. Вот этот же на 5 секунд там. Ну да, хорошо. Вот это шортс был самым первым. Ну, это так. Я не считаю это за видео, это такие коротенькие. А вот полноценный влог у нас был самый первый, вот этот. Да. А сколько? Вот так вот. 4000. Да, 4000. Вот. Прикольно? Ну, вообще нечестно, у тебя больше. Я хочу 100 000. Ну, оно, знаешь, оно вот набирается прям нехило так. То есть каждый месяц там просмотров добавляется достаточно много. То есть Тёмке прям залетело неплохо видео. Вот. Видимо, кто-то продолжает. Давайте, ребята, ставьте лайки просто. Да, вот он наш боксёр. Летим. Как это? Гантели, да. Тёмка спортсмен. Молодец. Спортивный комплекс. Вот, да, спортивный комплекс. Мы тоже... Давай еще раз нормально. Мы вроде ее тоже показывали. Давай. Раз, два, три. О, молодец. Я тоже так не умею. Молодец. А покажи, как ты на канате лазишь. Ну-ка покажи, давай. Раз, два, три. Оп. Маленькая мартышка полезла. Смешно стало, да? Ну ладно. Тёмка до сих пор на нем реально занимается. Каждый день на нем, да, Варюнь? Mm-hmm. Просто каждый день. Знаете, еще одно видео хотела показать. Это про то, как мы покупали машину. Здесь сейчас 2956 просмотров, и просмотры продолжают набираться неплохо. Уже здесь 91 лайк. Но что я хотела показать? Здесь 80 комментариев, в основном от мужчин. Если вот вы туда посмотрите, то есть вот, видите? Вот. Тут они что-то между собой ругаются, бывает. Вот что-то по машинам, вот. Просто 4 ответа здесь есть. Кто-то что-то пишет, что машина не такая, потом в итоге такая. Это вот мне постоянно раз в неделю там коммент еще дополнительный прилетает до сих пор. Вот, интересно так. Вообще я сижу на интервальном голодании уже, ну, недели две, наверное, может чуть больше. Вот, что такое интервальное голодание, для тех, кто не знает, это... В принципе, диета, ну как диета. В общем, вы 8 часов в день кушаете, и потом, получается, 16 часов не кушаете ничего. В принципе, это очень легко. Я ем с 12 до 8 все, что хочу. Вот, и потом уже не ем ничего. И, в принципе, тут волей-неволей килограммы начнут спадать, но при этом нет такого «я есть хочу», потому что можно кушать, в принципе, все что угодно. Я ем и шоколадки, ну, стараюсь, конечно, ограничивать, но не так сильно. В общем, вот я сейчас сажусь кушать, но у меня осталось времени как бы покушать 3 минутки. Вот, я сегодня задержалась, так что будем считать, что во время я вложилась, потому что 19:57, так что, в принципе, я села кушать еще до 8. Ну, как-то так сегодня задержалась. Вот. Тёмка тоже садится кушать. Варюха уже поела. Да? Вот. Так что нам с Тёмкой приятного аппетита. А Тёма что кушает? То же самое, что и я. Варюшке так волшебно в комнате. Решила с фонариками спать. Ой, как красиво они у тебя тут светят. Все? Укладываешься, да? Тесси, ты уже пришла, да? Она всегда ложится с Варюшкой спать на кроватку. Ну, красота вообще. Дети укладываются спать, а нам пора с вами уже попрощаться. Спасибо, что провели этот день с нами. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если понравилось, то не забывайте ставить пальчик вверх. Вам не сложно, а нам безумно приятно. Правда, угу. Варюша? И подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Да, и всем пока-пока! Пока!